Сьогодні у програмі «Ревізор у Жмеринці». Ми к вам заїхали на час. Привіт. Закрито. Ай-я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 й. Отстань. Це найменший туалет в країні. Що відбувається? Кстати, здесь можно еще поесть черешни. Это кошмар. Это Макриса, знакомьтесь. Как тебя зовут? Вы зарабатываете деньги, для меня это ясно. 200 грамм водки налейте мне и все. Жмеринка – більше, ніж просто назва провінційного райцентру у 40 кілометрах від Вінниці. За словами Остапа Бендера, це останнє справжнє місто на землі. Не Париж, звичайно, але точно варте уваги. Його головна окраса – залізничний вокзал, збудований у стилі модерн більше 100 років тому. А Жмеринський залізничний вузол, через який туристи подорожують у Європу, і сьогодні один з найбільших в Україні. Тому символ міста – крилатий кінь Пегас. Чим годують тут туристів і яку пропонують ночівлю, перевірить ревізор. Ревізор Жмеринки – это кафе «Стоп Експрес» рядом с вокзалом. Тож гостей тут ніколи не бракує, хоча відгуки різні. Приятне, уютне місто, вкусно, на уровні і при этом адекватні ціни. Очень рекомендую. Очень неплохое место для местного уровня. Перші страви принесли швидко, але геть забули про хліб. Другу страву треба було вибивати, бо експрес-кафе трошки не експрес. Ну що, заскочимо на огоньок з перевіркою. Здравствуйте, я Николай Тищенко, и это программа «Ревизор». Мы к вам в гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, там черный. Черный. Ну, хоть встречают радушно. И дорогу на кухню сами показывают. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, красавицы. Давайте знакомиться. Вас как зовут? Лена Валерьевна. Можно Лена? Просто Лена. Просто Лена. Просто Николай. А вы кем работаете на кухне? Поваром. У вас есть шеф-повар? Есть. А он на выпуску. Повезло ей. Я думаю, повезло. Вам теж. З самим Тищенком познайомитесь. Ну что, за работу. Это профессиональная плита газовая. Как давно вы ее мыли? Я хочу сказать, у нас только что с 12 до 3 готовился бизнес-ланч. У нас люди сидят в зале. У нас закончилось 10 минут обжарка. У вас же процесс? У нас же процесс. В конце рабочего дня ми повністю все убираємо. До вечора, так? Білизною, да, сколько, з моющими. Та невже. Откуда така накидь, жир, грязь? Это точно решетка не була в мойці. Принаймні, вчора її точно не мили. Грязь. Коли у вас генеральні прибирання бувають? Раз в неділю. Щовечора ми після 12 здаємо зміну, ми друг другу передаємо і повністю миємо стілажі, миємо столи, мікроволновка, полочки в холодильнике. Витяжний зонт моєте теж, да? Теж, вчора вечором мився. Отлично, перевіримо. Пожалуйста. Чисто. Таки точно мили. Так, а фільтр? За фільтри? Ні, не відповідаю. А як все хорошо починалось. І сумно продовжується. Жир уже капает в пищу, посмотрите. А ежа вся открыта. Просто висит уже, висит жир. Сталактиты жиру. Мы вот приняты во внимание, нам должны поменять вентиляционные. Так зачем менять? Вы можете только помыть. Было б бажання.
Ми можемо якось обережно прикрити картоплю і страви, просто щоб показати на рукавиці, щоб нікуди нічого не впало. Куп мухи літають. Можете дати ще кришок? О, вот такими крышками не нужно накрывать. Вместо крышки используется тарелка. Я их прикрыла. Тарелкой? Не раскрыть, не раскручивались. Чистенькая, беленькая тарелочка. А крышка на что? А это откуда крышка с поврежденной эмалью? Знаете, что это уже металл будет ржаветь? Знаю. Тоді чому це використовуєте на кухні? Теперь все-таки у меня появилась возможность показать вам вытяжку. Давайте пока стульчик. Я все-таки хочу посмотреть, что внутри зонда. Копалене жиро. Я даже не знаю, как это назвать. Ты знаешь? Может, кальмар, может, восьминог. А может, просто неймоверна бредота? Это ножка жира, свисающая над плитой. Просто над ежею, яку гостям подадуть. Смола, жир, грязь, копоть. Вот смотрите, что происходит. Вот так жир попадает в вашу еду. Гидка приправа до страви. Убирайте, пожалуйста, все. А мы продолжим. Духовка. Рабочая, что делали в духовке? Чисто здесь? Сверху чисто. Зараз проверим. А, сверху грязно. Грязно, выключайте. Оказали чисто. А внутри? Когда промывали последний раз? Так давно, что не пригадуєте? Ржавчина! Скільки років її не мили? Ржавая духовка, а в ней готовится мясо. Противень когда мили последний раз? Вчера. Вчера? Не верю. Вы хотите сказать, что вот эта сажа и копоть скопилась только за вчера? Это же вся сажа будет в вашей еде. Від сорому язика проковтнули. Идем дальше. Слайсер. Кто на нем работал? Ну, вот резали хлеб на заказ. Буквально полчаса назад. А вы мыли? Вчера в конце смены протирали, мыли слайсер. Протирать надо тщательнее, потому что вот в таких вот местах, труднодоступных, остается грязь. Хлеб режете. Вымоем сегодня вечером тщательно. Сподіваємося. С обратной стороны мыли? Ну посмотрите, что это? Жир. Який роками не мився. Вимоєм. Це ми вже чули. А у нас гості? А ви хто? А почему вы на кухне без спецодежды? Потому что я управляю. Подошла, посмотри, что у меня делается. А где шапочка тогда? Есть у вас шапочка? Хотите, подарю вам? Нет. От души. И халат могу подарить. Дайте нам халат и шапочку. Прошу вас, одевайтесь по всем правилам, потому что мы на кухне. Шапочку тоже одевайте. А мы продолжим ревизию. Теплая фритюрница. А ну-ка. Сверху фритюр. Грязный. Цвет масла. А вот и цвет масла. Красномовно. У меня такое ощущение, что масло уже перегорело. Запах горелого масла чувствуешь, Аль? Что с маслом? Хорошее масло? Нет. Ну, хотя бы честно. Мы сейчас увімкнемо и проверим. Дайте мой анализатор. Лена, как часто меняете масло во фритюрнице? Раз 10 дней. Что? Нам не почулося? Понятно. Але може все не так погано? Решітку треба одразу на мийку. Подивіться, вона просто вся в їжі. І давно миття потребує. Меряем. Показатель индикатора красный. Срочно сливайте прямо при мне. Бо така олія небезпечна для здоров'я. Поверхность рабочая. Стоят какие-то баночки, скляночки, какие-то майонезы, миски с странным содержимым. Оливковое масло, рядом с маслом сгущенное молоко. Сгущенное молоко должно быть в холодильнике. Под весами. Никто не протирал. Давно. Потому что очень-очень грязно. Ну, хоть начали протирать, хоть при мне. Я же сделала выдачу и убираю за собой стол. Вот такой тряпкой пятна хлора, остатки пищи. Эту тряпку нужно в мусор выбросить. Каждый раз вечером в конце рабочего дня.
Ну, вам нужна спеціальна синтетическая губка для этого. Але кухареві, здається, байдуже. Холодильник. Где стикера? Где товарное соседство? Полный бардак в холодильнике. Тут хранится копченая колбаса, не закрыта почему-то пленкой. Хотя, когда вы делаете срез, вы обязаны завернуть ее пленкой. Невже ви цього не знаєте? Копченое мясо хранится в бумаге, без стикера, без дат хранения. И сколько часу зберігається у холодильнику, невідомо. Рядом с колбасой мягкий сыр, молочные продукты. Опять сыр, не завернут. Смотрите, уже начал подсыхать. Про правила зберігання продуктів тут щось чули? А это что? Какой-то рулетик с сыром и укропом. Почему не завернули? До нас гости? А идите-ка сюда. Как вас зовут? Николай Васильевич. А я Николай Николаевич, тезка, ура. Заходите, дайте халат. Красавец, я бачу тебя каждый день. А вы кто? Шахтер я, если так. 35 років стажу. Отлично. Заходите к нам в гости. Вы тут працюете? Да, да, да. Вы владелец, насколько я понимаю. Так мы же знакомимся с владельцем, директрисой. А вы? Я Игнат. То есть все-таки владелец, да? Я пенсионер. В неделю отпраздновал 80 лет. 80 лет? Ну, как? Я бачу, вы подтеснете меня. Вот берите пример. Вот так должны все мужчины выглядеть 80 лет. Сильные, крепкие и с хорошим настроением. Спасибо за похвалу. От чистого сердца. Смотрите. Я хлопцы, я дивлюсь телевизор каждый день. И вот эти штуки я уже передивился, кому дозволяют, чи мы одобряем, або не одобряем. Я все дивлюсь каждый день. У меня есть своя думка про це все, что вы делаете. Вы заработаете деньги, для меня это ясно. Что ты за даром працюешь, едешь по Жмеринках, по Винницах? Конечно, платят? Конечно. Платят. Вот смотрите, вот видите, что у меня написано? Ревизор. На сердце. Что написано? Читайте. Ревизор. Ревизор. Так вот, я приехал с ревизией помочь вам научиться правильно. Я думал упекнуть просто так. А зачем же мне? Я хочу, чтобы вы процветали. Между прочим, процветание. Это кафе. Краще жмеринка. Я уверен, если бы вы пришлися по всех, краще не найдете. Це ми ще перевіримо. Вас не любити неможливо. Який галантний дідусь. Дякую вам дуже, пан Микола. 80 лет, а еще казак. Повертаємося до холодильника. Консервная банка. Відкрита. С кукурузой. Категорически запрещено, сразу же происходит окисление продуктов из-за жестяной банки. Открытые банки с горошком уже скисают. Шампиньоны. В общем так, если одновременно в холодильнике хранить готовую продукцию, молочку, открытые консервные банки, заготовки с творогом, вот так это примерно выглядит здесь, да, и танцующий кабачок, то значит, ни один продукт качественно вы не сохраните. Бо правильным товарным сусідством тут и не пахне. Так, еще один холодильник. Та сама проблема. Тут о порядке даже говорить не приходится. Сырые яйца, куриная грудинка, без контейнера, без даты. Поджарка, заготовки продуктов, еще и готовые блины. Да. Повний безлад. И рыбка. Гарна реакция. Снимали. Словили. Тут просто какие-то эйфелевые башни. Шампиньоны. Какие-то заготовки. И рыбка. Добре хоч закрыта. Анчоусов захотелось кому-то. Ой, картошечка. Фу, и уже поспою, как неприятно пахнет. Холодильником, в якому зберігається все. Сире м'ясо, сирі яйця, молоко, риба. Про правильне товарне сусідство годі й мріяти. Ну що про цей холодильник скажеш? Бардак. А в морозилці що? В морозилці селедка. Без жодного маркування. Этот кусок лосося вообще без какой-либо упаковки. І судячи з вигляду, вже не їстівний. Второй холодильник очень похож на первый. Идем посмотрим третий. Может, хоть він чимось порадує. О, а это морозилка. Ну, тут тоже блины с творогом, с
сверху все открыто. Здесь налистники. Даты нет. Крышки на контейнере нет. Сам контейнер грязный. При этом он еще и из подмороженного. А ниже колбасы, мясо, копчености, ветчина. Давай строк подивимось. Жити до 10.06.17. Сьогодні 16.06.17. Це протермінований продукт. І що ж він у морозилці робить? Дай мені, будь ласка, я тоді ще подивлюся щось. Посмотри. Жити до 14.06. Це теж протермінований. Посмотри, куріна грудинка. Употребить до 23.05. Йокали мене, господи прости. Вжити до 18 квітня. Зараз червень. Вже два місяці як небіжчик. Момент, коли продукти вмерли? Там в квітні закінчився у ковбаси строк придатності. Це 2.5 місяці пропускали? Чи я? Язика проковтнули. Ну ясно. Ну що, з кухні мені все понятно? Заскочу на мойку. А на мойке никого. Проверю чистую посуду. Так, посуда выглядит вымытой. А насправді? Посуда чиста. Проверю еще одну тарелку. Сколов повреждений нет. И грязи нет. Нарешті чимось потішили. Капля меда в бочке дегтя. Идем в зал. Поскольку в зале идет банкет, удобнее будет сесть на летней террасе. Идем. Современная модная терраса, очень светлая, просторная, на 9 столиков. Ну, давайте сюда. Хочется сразу заметить, что стул слишком низок по отношению к столу, и кушать неудобно. Стул должен быть немного ниже. Або стелець вище. Если вот я положу вторую подушку. О, вот сейчас идеально. Тепер можна і про їжу подумати. Так, что-то официант не торопится. Наверное, не рады меня видеть. Кнопки вызова официанта нет, колокольчика нет. Как позвать официанта, непонятно. Администратора на террасе нет. Дежурного официанта нет. В общем, никого нет. Есть только я и большое количество гостей. Доведеться щось вигадувати. Попробую свой ревизорский рупор. Офіціон! Поки що нікого. Люди! Даже рупор не помогает. Нет, помог. Вы меня услышали, да? Готовила, взяла кнопочку, сет взяла, меню. Угу. А вы кнопочки не оставляете на столах? Нет. Почему? Были случаи, когда они исчезали просто. А вы не пытались их прикрутить к столу, например? Или... Это хорошая идея, вам так посоветую. Меню есть? Да, конечно. Так. У нас новое меню, я как поменяла. Новое меню, да? Новое. Вы недавно делали ремонт, мне кажется, да? Новое. Что все такое вот новое, свежее, диваны, кресло, стол. Як нова копеечка. Ну что, расскажу вам цены. Холодные закуски. Мясное плато 180 гривен. Первое блюдо. Суп из красной рыбы 80 гривен. Салаты. Итальянский салат 75 гривен. И горячее блюдо. Котлета по-киевски 75 гривен. Давайте знаете, что я закажу? Я закажу нарезку мясное плато. Есть? Почему? Очень вкусно. Очень вкусно. А что туда входит? Сыровяленое мясо. Три вида колбасок. То есть ассорти? Да. Отлично. И что-нибудь из рыбы. Что посоветуете? Стейк не хотите? С красной рыбой. О! Супер! Это мой самый любимый продукт. Красная рыба. А сколько времени ждать заказ? Минут 20. Отлично. Кофе будете? Американо. Хорошо. Спасибо. А чтобы эти 20 минут не прошли зря, я проверю дизайн этого кафе. До інтер'єру.
Я сейчас зайду в зал, попрошу прощения у банкета за предоставляемое мной неудобство. Неудобство и неудобства эти компенсирую хорошим настроением своим и гостей. Идемте. А хлопці, здається, не зрозуміли, що це ти їх назвав незручностями. Наші оператори чи не найголовніші, які незручності. Добрый день. Я с вашего разрешения посмотрю зал и расскажу нашим телезрителям, как тут все устроено. Мы не будем вас сильно смущать? Нет. Спасибо большое. А что вы празднуете? Отпуск. Закончится учебный год. Только не говорите, что вы учителя. То в стоп-экспрессе все светлые головы Жмеринки зібрались. Для учителей танец. Хотите? Да. От Николая Тищенко. Все. Танец называется «Гопак». Под ваш аплодисменты. Есть какая-то песня украинская? Можете спеть? Мне нужен аккомпанемент. А ну давайте. Вы начинайте, а я в такт вступаю. Ну что, я пошел работать, а вам хорошего отпуска. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Так. Повернемося до ревизии. Давайте сразу же посмотрим этот столик. На скатерти есть пятна и дырки. Хотя внизу еще одна скатерть. И она тоже в пятнах. Плямы плямами прикрыли. Стол. Стол чистый. Под столом. Жвачек нет. Под столом тоже чисто. Стул. Сюрпризов нет в складках. Остаются обычно волосы, остатки пищи. Чисто, ничего лишнего не нашел. И це не може не радувати. Зал просторный, светлый. В этом заведении хорошо отмечать дни рождения, праздники, всевозможные торжественные мероприятия. Хотя название «Стоп Экспресс» не совсем подходит для этого кафе. Мне даже кажется, вот если посмотреть по сторонам, где-то напоминает ресторан. Посмотрите, готовится еще один банкет на раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 человек. Ну, это нормально. Это говорит о том, что в кафе ходят и жители его любят. Так, в центре, как только гость заходит, он видит огромное большое зеркало. Он может посмотреть на себя, все ли у него хорошо. Чи добре костюмчик сидить? И заодно проверить чистоту. Грязно. Ну, зеркало давно не протирали. Прикро. Хочу помыть руки. Пойдем поищем туалет. Скажите, а где у вас туалет? В предбаннике темно и нет света. И здесь можно пугать... Блин, Аню. Так, идем. Туалет светлый, голубенький. Туалет унисекс. Есть две кабинки. В одну из них мы заходим. Крышка унитаза чистая. С обратной стороны крышка чистая. Сиденье следов испражнений, потеков и ржавчины не обнаружено. А вот на самом унитазе ярко выраженное пятно серого цвета. А внутри унитаза есть полоска желтого налета. Недочистили. Бачок работает. Хорошо. Держатель для туалетной бумаги. Чистый. Туалетная бумага есть. Ведро заполнено мусором. Жалко, что на нем нет крышки, потому что там есть бумага вся. Да. Неприятное зрелище. Гидко. Ёршик. Так называемый мой туалетный десерт. Пожелайте мне приятного просмотра. Від щирого серця. Пожелали. Длиннючий-предлиннючий жирный волос. Но сам ёрш без запаха и грязи. Це вже добре.
А вообще в кабинке чисто. И тут даже есть, как во всех дорогих ресторанах, бумажные накладки на унитаз. Про гигиену подбали. Идем мыть руки. А я напоминаю, что мы в городе Жмеринка, в кафе «Стоп Экспресс», и я проверяю умывальник в санузле. Чистый. Уже добре. Кран. Тут даже слепой увидит, что хром сошел, есть налет, есть грязь. Зеркало. Отполировано. Это зеркало блестит, как моя машина после мойки. Уборщицы молодцы. Сиф. Чисто. Моем руки. Мыло есть. Сушилка для рук работает. Слабенько, но работает. Ну что, туалет порадовал. Идем к столу. Час дегустувати місцеву кухню. Ну что ж, сажусь на свой импровизированный трон. А вот и официант. Супер. Дуже вчасно. Я извиняюсь, я вас не спросила по поводу кофе. Вам сейчас или после вместе? Сейчас. Приятно. Виглядає апетитно. И друга страва. Юль, а вы могли бы мне позвать повара? Ну, конечно. Хорошо. Спасибо. А ось и кухар. Присаживайтесь. Я переживаю. У меня давление, Не переживайте. Я сейчас знаю, как давление лечить, знаете? Тут есть такие вот точки, вот здесь. Они давление... Зараз буде трошки боляче, немножко, але це справді допомагає. Він чувствуете? Мені так само постійно робить. Зцілення по-тищенковське. І вторую руку давайте. Вот так. Сейчас все нормалізується. Правда-правда, воно працює. Зараз масаж, масаж, масаж. Все. Сеанс терапії закінчено. Ну що, готові? Може там. От і чудово. До дегустації. Смотрите, вот я заказал мясную нарезку. В холодильнике нашел большое количество просроченных продуктов. Балы, колбаса, ветчина. Что не просроченное? Все продукты свежие. Есть остались стикеры с них. То есть вам доказать. А те продукты, которые делали? Выбросили мусор. Клянусь. Именем кулинара? Да. Ну, говорите тогда. Именем кулинара клянусь. Я верю, что нарезку мне сделали из непросроченных продуктов. Выглядит очень красиво. Презентация... интеллигентная, скажем так. Но будем пробовать рыбу. Смотрите, первое, что мне бросается в глаза, это то, что вы до сих пор еще используете укроп. Укроп в презентациях – это моветон. Отстой. Полный отстой. Лимон в такой презентации тоже каменный век. Хотите добавлять лимон? Сделайте его кусочком, заверните его в ситечко, сделайте шелковую веревочку, и тогда лимон можно будет выдавливать на рыбку. Но это будет классная презентация. Угу. Ну что, пробуем? В общем, рыба приготовлена хорошо. Она сочная, мне нравится маринад. Как вы готовите маринад? Идет специальный специи. Тимьян, да, я смотрю? Да. Что еще? Брызгаю лимончиком. Я бы на вашем месте не брызгал бы лимоном. Соль, травы. А лимон, он сжимает все волокна, и рыба начинает ссыхаться. Вы должны выносить ее под соусом, например. Что это за соус? Соус к рыбе. Соус классный. По вкусу приятный, кислинка такая очень романтичная, очень гармонично соответствует именно этому блюду.
Рыба сочная. Не пересушили. Рыба свежая, но все равно я чувствую вкус холодильника. Вы сами его сейчас тоже ощутите. Вот попробуйте, Лена. Видно, что вы готовили с любовью, старались, но послевкусие такое, как будто рыба лежала вместе с мясом, с блинами. Чувствуете? Не делайте, пожалуйста, больше таких ошибок. Больше не буду. Обещаете? Обещаю. Обещаете. Но у вас хорошая рука, классный почерк. Я думаю, что вы можете далеко пойти. Меняйте презентацию. Мы прислушаемся. У вас все есть. Женем, так что... Главное, у вас есть талант. Да, кстати, у меня для вас сюрприз. Любите сюрпризы? Конечно, очень люблю. У меня есть тайный покупатель, который пришел в ваше кафе. Он сделал заказ. Давайте его найдем. И вместе с вами проверим, обвешивают ли в стоп-экспрессе и в Жмеринке. Ще до візиту команди «Ревізор» в кафе «Стоп-Експрес» тут з'явився наш таємний покупець. Добрий. Запишіть мені, будь ласка, салат «Фієрі», я точно буду. Телятину в сметанному соусі і щось на гарнір. Давайте рис. Отже, з'ясуємо, як у «Стоп-Експресі» обслужили нашого таємного покупця. Привіт, Діва. Привет. Прошу любити і жалувати мій тайний покупатель. Горячее блюдо мы взвешивать не будем, взвесим только салат. Салат постоял, немножко подвял, поэтому я 5% прощаю. Обвеса 5%, но не больше. Так, дайте мне мои весы, тарелку и меню. Уже все готово. Так, салат, весы, тарелочку сразу давайте оттарим. В ноль. А я сейчас посмотрю вес на выходе. Салат «Фиерия», авокадо, перец болгарский, помидор, огурец, масло оливковое. 400 грамм. Стоимость 175 гривен 91 копейка. Однако. Это найдорожчий салат. Да. Все готовы? Нервных прошу удалиться. Поехали. Сколько там, говорите? 130. А сейчас сколько? 172. Триста одиннадцать, но продукт еще есть. Вы можете назвать общий вес сами? 357 грамм. А должно было быть? 400. 5% я вам прощаю, это 20 граммов. Приплюсуйте. Сколько получается? 377. А в меню заявлено было 400. К сожалению, кафе «Стоп Экспресс» в городе Жмеринка обвешивают. Спасибо, Дима. Я за твой счет заплачу. Иду к тебе за стол. Час розраховуватись. Угу, мой счет. Мы выбираем? Да, пожалуйста. А пока я разберусь со счетами. Картой платить выгодно, потому что банк за это начисляет баллы по программе лояльности. А уже баллами я смогу оплатить счет. Ну что, проверю свой улов. За кофе, хлеб, мясное плато и рыбный стейк я заплатил 412 гривен 80 копеек. А счет моего тайного покупателя составил 314 гривен 24 копейки. Поел бесплатно, у меня уже 1950 баллов. Позову официантку, хочу заплатить. Я могу рассчитаться картой? Пожалуйста. Так у нас не отключается терминал. Пройдете со мной? Ну что делать? Пройду. Принаймні, терминал в «Стоп-Експресі» є. Это правильно, что карту не забирают. Карту нельзя отдавать из рук. Пожалуйста.
пожалуйста, вас перевод. Итак, общий счет составил 727 гривен 4 копейки. И я хочу за хорошее обслуживание Юле оставить 20% чаевых. Пожалуйста. Ну что, кухню показал, блюдо продегустировал. Вердикт немного позже. Мы проверили кафе «Стоп Экспресс» в городе Жмеринка. Перед вами наши ревизорские весы. Белый шар – ваши достижения, черный – ваши грубые ошибки. Итак, цены. Мой счет 412 гривен 80 копеек. Цены в кафе высокие. Черный шар. Зал. Зал у вас неплохой, довольно чистый. Белый шар. Кухня. За грязную вытяжку, за неправильное хранение продуктов и просрочку. Черный шар. Дегустация. У вас были проблемы с презентацией. Но вкус основного блюда меня порадовал. Не пересушили. Рыба сочная. Белый шар. Обслуживание. Мне понравилась официантка Юля. Но совсем не понравилось, что вы обвесили нашего тайного покупателя. Поэтому черный шар. Вы претендуете на высокий уровень. Но ошибок у вас слишком много. Поэтому ревизор не рекомендует кафе «Стоп Экспресс» в городе Жмеринка. Друзья, исправляйтесь. Вам есть над чем работать. Исправитесь? Да. Обещаете? Да. Скажите громко всем. Ремонт обещаю. Закончим, исправимся. Да. Я вам верю. До свидания. До свидания. Готель «Автотема» – один з трьох готелів Жмеринки. Знаходиться неподалік від центру, на вулиці Одеській, 87. Переночуємо і перевіримо. Але поки на горизонті жодних ознак готелю. Так, а где рецепция, интересно? Автомагазин, вижу. Покраска. А попереду автомийка. День добрый. Как вас зовут? Привет. Очень приятно, меня Николай зовут. Что, машина сломалась? Да, машина поломалась. Она еще ездит, старушка? Отлично ездит. Да? Конечно. Але нас готель цікавить. Я вижу шиномонтаж, автомойку, а где отель, не понимаю. Ви не говорите, знаєте? З тої сторони. Йдемо. Вирушаємо на пошуки рецепції. Територія огромна, і з нею ми розберемося немного позже, а зараз головне попасть в отель. О, відкрита двір. Здравствуйте. Это Николай Тищенко и ревизор. Никто не отвечает. Идем искать. Мы ищем ресепшн. И на подвір'ї нікогісінько. И запитати нема в кого. Может быть, там кто-то есть.
Есть кто живой? Дверь открыта. А что за дверима? Это чердак. Не знаю, но ресепшена нет точно. А ты сгоры подивися ось так. Может, десь побачиш напис «Администрация». Не видно администрации. А до нас тем часом гости? Добрый день. Здравствуйте, а вы кто? Я администратор. Эврика, а я Николай Тищенко, и это программа «Ревизор». С приездом. Сейчас я спускаюсь. Как вас звати? Олена. А у вас є рецепція або адміністрація? У нас Василя та охранник. Дивно, як для готелю. А скільки у вас взагалі номерів? Чи є зараз вільні? Вільних немає. Невже аншлаг? Ну, у нас один номер забрали тільки що. Ну, как бы, думаю, що це ваше. Інтуїція блискуча. Ми, как бы, були в курсі, що ви тут. Здесь это где? Жмеринська розвідка працює відмінно. Ну, тогда для вас це не буде сюрпризом. Це наші адміністратори, які про нас попіклувалися і зняли для нас аж люкс. От і добре. А можете розказати, які ще є номери? Є номера, які є з підселенням 150 гривень чоловіка. 400 гривень стоїть найдорожчі номери. Ви його зайняли. А так, що є люкс по 350 гривень. Ти живеш в найкрутішому номері. Я мечтаю перевірити і побачити, що таке лакшері життя в Жмеринці. Я прекрасно знаю свої мінуси. От і добре. А, да? Они у вас є? А розкажіть, щоб нам... Надо показати номер. Номер ми подивимося самі і будемо в ньому ночувати. А зараз давайте територію оглянемо. Пошли. А що це за домик? Номера, откуда это все? Это у нас тут полностью комплекс услуг. Здесь идет мойка автомобилей, ремонт. Так от звідки автомобільна тематика готелю. Окрім покраски і ремонту, що у вас тут є ще? Ще у нас страуси. Очень большая достопримечательность. У нас є страуси. Ми зробили з мужем для дітей безплатний, як би, маленький міні-зоопарк. Прямо по курсу. Це австралійський? Звісно, так. Да. Ну, когда-то муж лет 5, наверное, назад привез маленьким цыплятком. А звідки? Закарпаття. Несподівано. Знала, що це батьківщина страусів. Да. Дива та й годі. А можна їх покормити? Можна. А чим? Вони їдять траву. Вони їдять траву, так. Да. Це ж не котики. На кис-кис-кис навряд чи поведуться. Дивись, є хліб? Абсолютно випадково. В команді ревізора їх можна годувати хлібом? Звісно, так. Да. У них є імена? Так, да, Дуся і Петя. Де Дуся? Ну, Дуся – яка світленька така, а Петя – чорна. Дуся, білявка. Дуся, 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 Дуся. Ой, красуня, яка кокетка. Іди хліб з'їж. Абсолютно не голодні пташки. Зате горобцям щастя. Жалко, що страуси не голодні. Хотілося б їх покормити, але вони убіжали. Видимо, іспугалися. Аню. Ей! Коля, Коля! І що нам тепер? Самим їсть хліб, вмісто страусів. Ну не пропадай же добру. Ходімо далі, Олено. Дякую, що показали зоопарк. Прекрасно. Час уже і до готелю повертатися. Ну що, зараз я йду в номер, перевіримо, що таке лакшері життя в Жмеринці. Нагадаємо, в готелі «Автотема» команда ревізора зняла найдорожчий номер люкс. 400 гривень стоїть найдорожчий номер, ви його зайняли. І щоб не відвлекатися від ревізії, оставлю снаружи. Це. Пошли. О, какая просторная комната. Красивые бирюзовые стены, белый потолок, на стенах картинки, часы. Все в одном стиле. Давайте начнем с окна. Гардина, чистота. Пятен паутины нет. Пыл налишается на рукавице, так? Да. Подоконник. Чисто. Вже добре. Вот с окном есть проблемы. Остатки пленки на окне. А це ж найдорожчий люкс. А на внутренней поверхности окна грязь и пыль. И это вид из окна. Я кроме грязи на стекле ничего не вижу. А Сив с этим справится. Кстати, москитную сетку тоже нужно промывать.
Проще простого. Але в автотемі цим не переймаються. Так, йдемте дальше. Телевізор. Вот пульт. Проверим. Мой любимый канал есть? Очень некачественная картинка. Есть помехи. Картинка вирви око. Ну. Із улюбленим каналом проблеми. Нового канала нет. Розчарування. А що з чистотою? А я нашел пыль на телевизоре, и это уже пыль не убиралась здесь столетиями. Вековая пыль. Заввишки сантиметр. Прибиральниця телевізора взагалі не торкалася. Кресло. Між подушками грязь, пыль, остатки волос. Повний набір бруду. Плохо. Обивка выглядит неопрятно. Есть пропалы, пятна чорного цвета. Таке крісло неприємно сідати. Фу. Дірка? Тут криси не живуть случайно? Сподіваємось, ні. Паутина, грязь, волосы. Вот что я нашел под креслом. А можешь проверить чистоту подлоги? Вот ты крісло відсунув. Цікаво, чи його відсовують, коли прибирають в кімнату в номері. Нет, конечно, этого никто не делает. Это грязно. Коли востаннє тут була прибиральниця? Так, йдем дальше. Проверю пыль над картинами. Пыльно. Чомусь вже не дивує. Проверим чистоту полок. Грязно, пыльно, а это на полке у моего лица. И здесь пыль. Почему я должен класть вещи на эти грязные полки? Оставлю горничным сив. Пусть думают. Интересно, сколько мне понадобится перчаток, чтобы провести здесь ревизию? Дізнаємось згодом. А что я нашел на этой лампе? Ты просто прозреешь. Посмотри, все в паутине. Справжні павучі пастки. А это номер люкс. І прибиранням в ньому нехтують. Так, ну що, поїхали к десертам. До ліжка. Два полотенця. Різнокольорові. От зацепки. П'ятельня. Жовте. Нежданчик. О-о! Сюрприз. Сюрприз. Три полотенця. Только я успел порадоваться, как увидел, что на одном из желтых полотенец есть три дыры, которые можно вставить палец. Побитий життям рушничок. Ощущение, что полотенце застирано, оно не новое и есть следы хлорки. Але принаймні рушник чистий. Так, это понятно. Держи. А я не знаю тепер, куди їх класти, бо крісло брудноваста, а тобі цим витиратися? Я знаю, куди. Да? У кого нет коня, всі садитесь на мене. Неочікувана пропозиція. Буду тепер вешалка. Кремезний такий вішачок. Покривало. От зацепки. А з чистотою що? А от і пятно. Раз. Два, три. Все в пятнах. Його потрібно срочно вистирати. Ну ти ж розумієш, що покривала перуть не так часто, як постіль. Да, этому покривалу місце на кріслі, тому що там теж є пятна. А потім йому місце в пральній машині. Вирок винесено. Ну що, постіль. Волос нет. Ура. Пятнышко є. Прикро. Пододіяльник розійшовся. Вот. Старенький. Одеяло ватне, тепле, а зараз літо. Давно час було змінити. Ватне одеяло виглядить сильно застираним. Розкошлатились края. З обратної сторони одеяло без п'ятен. Хоч це приємно. Простиня.
Нет, ни одного пятнышка. И это отлично. Молодцы. Подушки. Что? Подушки опять перьевые. Нельзя в отелях пользоваться перьевыми подушками, потому что у многих людей на это аллергия. И пыл стовпом. Подушка в пыли. И ей не место у отеле. Пятна. Цветы вижу, пятен не вижу. Що, знову? На самом видном месте. Пятно застиранной крови. Гидко. Причем не одно. Посмотрите на матрас. Пятно. Женские волосы. Семечки. І сліди преступлення. Ми можемо його перевернути? Може він з іншого боку чистить? Фу! Чим далі, тим гірше. Реально, тут пляма на весь матрац. Тут хтось просто написав на матрац. І добряче надзюрчав. Під матрасом теж грязно. Я посмотрю, что под кроватью. Пыль и мусор. Под кроватью не убирают. Так, ну что, тут все ясно. Идем исследовать номер люкс дальше. Лише, будь ласка, тут рушники. Камень с души как сняли. Команда! Команда! Так, поехали. У номера люкс есть своя кухня. Начнем с рабочего стола. Чистый. Поверхность мойки. Опа! Прямо над мойкой паутина. И вот живой паук. Вгодованный. Кран, на нем следы грязи, налет и следы ржавчины. Ток. Грязно. А под мойкою? Все в паутине, в грязи, в жуках, в остатках какой-то пищи. Стоит ведро пластиковое. Добре, что є. В соседней тумбочке. О! Постельная белизна на кухне. Я не могу понять, это кухня или склад? Дополнительное одеяло, дополнительные простыни, наволочки, подушка. И все это добро хранится на кухне номера люкс. Ему тут точно не место. Ой, а это что? Что там? А я просто впнулася в якусь пляшку. Комплимент от готелю? Кто-то забыл бутылку шампанского. На жаль, порожню пляшку. Этот номер перед моим заселением убирался. Мав бы прибираться, але вочевидь ні. Убирался настолько плохо, что кто-то даже оставил бутылку из-под вина. Покоївка тут взагалі була? Так, диван. Грязный. Что здесь у нас? Ржавчина везде. Все полностью в паутине, в пауках. Ну та, реально с паутинем тут халепка. Та ще й яка? Этот диван требует генеральной уборки. Давайте посмотрим чистоту такого красивого натюрморта. Вообще черного цвета стали пальцы. Это уже не пыль, это земля. На этой картине розы можно высаживать.
штучная квитка. Это когда-нибудь закончится? Вы хотите меня убить? Искусственные цветы снова! Мама мия! Que succeso, per favore! А що це означає? Я не знаю італійську. Моя мама, що случилось? Пожалуйста! Що в перекладі означає «дістали штучні квіти». Ай, блін, це цвіток. Кажется, дождь начинается. Это пошлятина. Опять вот эти вот искусственные цветы. Это понижение статуса заведения. Пластиковые листья в пыли. Штучні квіти. Відомий пилозбирач. Посмотрим то, с чем мне предстоит столкнуться, когда я буду готовить себе завтрак. Будешь готовить себе снедание? Конечно, что голодный буду. Я утром хочу всегда кушать. Еще и тебя покормлю. Дякую. Яка турбота. Чисто. Часто бачу в сильні мікрохвильовки. Мені дуже подобається. У мене холодильник вдома такий сильний. Я фанат. Ай, ну ти фанат, а я не фанат грязі внутрі мікроволнової печі. Коли ви мили останній раз? Ще одне риторичне запитання. Взагалі-то 400 гривень ми заплатили за цей номер. Це номер люкс. Ай, смотри, как грязно. Жир, копоть, сажа. Микрохвилевка бруднюща. Ну, с ней все понятно. Давай посмотрим, что холодильник с цветочками. Похоже на мини-бар. Ба-ба-ба-бам. А тут мусор. Да он грязный, просто посмотри. Ржавые полки. Грязные полки. Таким користуватися бридко. В холодильнике уже есть грибок. Вот он. Буйным квітом цвіте. И це не шампиньоны в холодильнику. Ці гриби отрута. Ну что сказать. Пусть эта перчатка останется в этом холодильнике. В назидание потомкам. После всего увиденного очень хочется вымыть руки. Пойдем в ванную. Блін, ні, ну все, задолбали. Ребята, це вже не шутки. І тут штучні квіточки. Все, це треба вибросити. Опять ці пластикові цвіти. Ну скільки можна? Все, я вже не предупреждаю. Все. Здесь їх не должно бути. Це ж санвузол, а не кладовище. Унітаз. Кришка унітаза. В грязі і в пилі. І тут теж не прибирають. Проблема в тому, що відкрите вікно і пиль залітає. И падает прямо на крышку унитаза. Сиденье унитаза поцарапано, но чисто. С обратной стороны уже въевшиеся пятна коричневого цвета. Сам унитаз снаружи чистый, внутри есть налет. Бачок работает отлично. Ну что, раковина. Поверхность умывальника. Могло бы быть чище. Кран не отполирован, весь в потеках и налете. И отслаивается герметик. Горячая вода. Есть. Вже добре. Налет, грибок. Опять придется учить горничных работать. Оставлю тут до места. Это грибок. И это тоже грибок. Срочная генеральная уборка. Мини-косметики нет. Есть только мыло с дозатором, наверное, и для рук, и для тела, и для головы. Три в одному. Жмеринский all-inclusive. Так, ну что, душевая кабина. Первое, что бросается в глаза, на поддоне повреждения эмали. Поддон уже жалеет. Дверки закрываются шумно и очень тяжело. На кране налет, на головке душа налет и повреждение эмали. Сам душ в извести. Проверим напор душа. Душ стреляет в разные стороны. Напор очень слабый. С комфортом не помытися. А он еще паучок сидит. Это не паучок, а это мокрица, знакомьтесь.
моторошний живий куточок. А ще і павучок. Теж хоче прийняти душ. На відміну від Миколи, який швидше хоче звідси втекти. Ну що, перевірка окончена. Впереді ночівка. А поки поїдемо на наступну ревізію. Йдемте. Адміністратор готелю уже чатує під дверима. Смотрите, у мене к вам одна маленька просьба. Ви могли би мені замінити матрас, тому що у мене там є кое-які к нему вопроси. Ну, женські волосы, семечки. Фу! Тут хтось просто написав на матрас. И поменять наволочки, простыни. Хорошо? Конечно, да. Спасибо. Да. Ну что, свою просьбу администрации я сказал. Вечером расскажу, исполнили ли. Конечно. Обязательно. До встречи. Идем. Спасибо большое. До встречи. До вечера. А команда ревизора далі працювати. Ревизор в Жмеринке. Это... вокзал. Самый красивый вокзал в Украине. А это одно из близких к нему кафе. Пойдем посмотрим и проверим, как кормят проезжающих путешественников. Здравствуйте! Я Николай Тищенко. Это программа «Ревизор». Мы к вам в гости. Мы к вам заехали на час. Привет! Hello! Бонжур! А ну скорее встречайте нас! Вам крупно повезло! Судячи з реакцій, такому везінню в кафе не дуже раді. Как вас зовут? Соля. Хочу посмотреть, как вы встречаете проезжающих, чем кормите, где готовите. Хорошо. Якщо не заперечуєте, тоді ми розпочнемо. Давайте знайомитися. Ви директор, кухар. Сам працюю, сам це. И продаете теж сам, да? И готуете, и продаете? Не, я же девочка. А она есть? Уже пришла на дом. Хорошо, тогда, может быть, вы нам расскажете, что это за помещение? Это раздевалка, это, может быть, место, где хранят продукты. Бо на кухню це мало схоже. Что вы делаете здесь? Немножко что-то жарю. Тоді подивимось, що і де ви смажите. Ми з вами знаходимося в помещенні дуже маленькому. От стіни до стіни буквально рукою подати. Здесь практично не розвернутися. Передо мною газова плитка. Старенька і зовсім маленька. Я би навіть сказав, що це плита туриста. В моєму дитинстві такі були плити. Коли ми їздили в Планерське, в Крим, папа з собою брав от точно таку ж плиту, газовый баллон, и мы в поле могли спокойно приготовить завтрак туриста. С картофелем, по черевкам. Вкусненько, до сих пор вспоминаю. Поностальгували и продолжим. Как давно вы мыли плитку? Мили, коли мили. Что, уже сами не памятаете? Очень давно, плитка грязная. Давно, ну там протирает же ничего. Когда вы протирали? Пару дней назад. Ну, мне не очень смешно, потому что это не пару дней. Тут и грязь, нагар, жир уже прилип к решетке. Смотрите, все в жиру. Гидко до рук, брате. Эту решетку нужно срочно вымыть. Идемо далі. Смотрите, поверхность очень сложно вымыть, потому что это терсоплита ламинирована, и жир въедается. Видите, как грязно? И что, правда очи не реже? Мой, не мой, результат ноль. Будет всегда грязно. Вытяжка. Это для домашнего использования. Когда мыли последний раз? Видно. Ну чому ж, все видно. Посмотрите, на коричневом коробе уже есть потеки жира. Это говорит о том, что вы очень давно не меняли фильтр. Что внутри? Вентилятор уже засорился. Бруднющий и жирнючий. Это ужасно. Такого не должно быть на вашей кухне. И взагалі на будь-якій кухні. Что в тумбочках? Тумбочка там, водка, тарелки. Водка валяется на полу. По-другому назвать не могу.
Ну, ящик розірвався. Ящик розірвався, перевернутий. А вам хоч би що? Мусор, грязь, пыль. І це шафа на кухні? Нужно срочно сделать генеральную уборку. Согласен. Добре, хоч згодні. Посмотрите дальше. Ржавчина, потеки, жира. Схоже, окрім Тищенка, туди ніхто не зазирав. Що це за кастрюльки? Що в ній? Пустая кастрюля там лежала. Емалірована кастрюля. Фуф, так воняє. Понюхайте. Понюхайте, понюхайте. Це у вас же стоїть. Та тут би плакати, а ви смієтесь. Остатки пищі, укроп, жир. Так, а внутрі кастрюлі? Нальот. Що вона тут робить, непонятно. На смітник проситься. Смотрите далі. Боже, 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 боже. Рядом посуда. Це так, для свого пользування. Але ж ми не у вас вдома. Ця посуда чиста чи грязна? Грязная. Грязная. Забирайте, перемывайте. В мойку. Сподіваємось, помити не забудете. Ой, а это что? Невже соковитискач? Смотри, вот этот барабан, вот эта крышка. Так тут готовят фреши. Неочікувано. Па-ба-ба-бам. Вот с помощью вот такой вот грязной соковыжималки. Да если продукты попадают в эту соковыжималку, они уже испорчены. Как бы вы их ни хранили. Мыть, вымывать. Стільки треба перемити, що мийка вже завалена. А ось і гості завітали. Закрито. А чого ви закриваєте? Але ж ми не заважаємо вам працювати. Аня, ти не повіриш, я знайшов... соленую рыбу. О, тараньку. Фу. Смотри, ее здесь так много. Ни сроков, ни дат. Внутри коробки газета. Фу, вонь какая, понюхай. А, лучше этого не делать. Скажите, будь ласка, у вас есть в меню таранька? А что она здесь делает? А Анатолий, знай собі, відмовчується. Ой, книжечки можно почитать. То це кухня чи книгозбірня? 10 заповідей предпринимателя. І сміх, і гріх. Я так подозріваю, в этом кафе їх ніхто не читав. Бо книга занадто далеко була закинута. Так, що тут у нас перше? А, даже подчеркнуто, не, читали. Трудності в економіці побуждають предпринимателя совершенствовать самоконтроль. Ні, друзі мої. Таким самоконтролем вы в бизнесе далеко не уедете. Это безобразие и позор. Все понятно. Идем искать продукты. Анатолий, а где продукты? У нас в основном на разливе. Ну, я же вижу холодильник. Зазирнемо. Смотрите, я удивлен. Анатолий, вы видели? Дивні дверцята. Какой-то кусок пенопласта вместо ручки саморез. Жмеринский винахід. Вы же не сможете хранить ничего. Бо ані правильної температури, ані якості продуктів не буде. Фарш? Вы же сказали, что вы ничего не готовите. Анатолий, а где продукты? У нас в основном на разливе. То есть это такая разливаечка, да? А сколько он здесь лежит? Ну, тут достались с морозилки. Про стікери навіть не питаємо. Анатолій, а що з фаршу готуєте, можете сказати? Котлети. А от ті, що на вітрині якраз виставлені. О, то асортимент кафе чи маленький. А от ще остатки фаршу, вже старого, замерзшого. А скільки він десь лежить? Забув забрати собачки. Таке сіро-буре щось вже й собаці не варто їсти. А посмотрите, що з полками. Не ржавий, грязний. Таких і торкатись неприємно. І так, коротко об асортименті самого холодильника. Фарш, пиво і томатний сок. Класичний набір. І випити, і закусити. Посмотрите, що на резинках уплотнителя. Грязь, мусор, резинки повреждені. Їх давно треба змінити.
No comment. Але збираємось з думками і продовжуємо. От чистота полок. Давно обирали? Пару днів назад. Я думаю, це неправда. Наша біла рукавичка не збреше. Смотрите, вот это импровизированная барная стойка. Так, а что здесь снизу? Микроволновка. А внутри я почему-то даже не сомневаюсь. Юсь. Усе покриття облущилось. Присядьте, загляни. Я вижу. А что вы видите? Ничего себе. Залежи краски. Які можуть потрапити в тарілку гостю? Ви таким образом уважаєте ваших гостей? Якесь дивне мовчання. Мікроволновка знаходиться в неробочому стані. Согласен. Добре, що погодились. Що з мойки? Смотрите, а що це за проводок тут? Кран потек, прийшов. У вас нет можливості починити? Ну, це буквально пару днів назад. За пару днів можна було б і полагодити. А вот эти стаканы, вот перевернутые, они чистые? Ну, вроде, да. Зараз и проверим ваши сомневы. Вроде нет. Грязно, посмотрите, даже внутри грязно. А гости пьют с таких келихов. Огидно. Да. Не знаю, что посоветовать, не знаю, что сказать. У мене вперше нет слов. После ревізії кухні у мене гнітуче впечатлення, просто опускаються руки. Ну, робота є робота. Ми в залі привокзального кафе в місті Жмеринка. Дуже мало місця. Бочки з пивом стоять прямо в залі. Два столика. Вони називаються стояк. Це просто от подійшов, хильнув. И побежал дальше. Сервиса, уюта никакого. Я просто покажу, как выглядит солонка. Просто жахливо. Это часть пластиковой бутылки, которую срезали. Администрация, вы хоть понимаете, в чем проблема? Администрация демонстративно игнорует. Тысячи пальцев попадают в эту солонку и берут щепотку соли. В конце концов, соль становится серого цвета. В нее попадают остатки пищи. И бруд с чужих рук. Это антисанитария. Еще и стол грязный. Вже й не дивно. А зачем здесь лестница, я не могу понять. Анатолий. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну принесли, домой мав забрати. Тоді що ця драбина робить в кафе? Посмотрите, как ужасно это выглядит. Вся в грязи, в паутине. Фух, ну раз и уже я взял ее в руки, воспользуюсь и посмотрю, как давно чистили кондиционер. Шатается. Скрипить-рипить. Я держусь вроде бы. Тищенко відчайдух. Долез до кондиционера. Как давно протирали кондиционер? Молчат. Понятно. Очень давно протирали кондиционер. Я даже не буду проверять внутри. І так все зрозуміло. Слізаю від гріха подальше. Бо драбина на ладан диха. Помимо столиків стояків, ще є столи домашні. Дивні меблі для кафе. Ой! Ви просто посмотрите, ви такого ужаса ще не бачили ніколи. Країна наліплених жуйок. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Семнадцать, восемнадцать. Я сбился со счета. Весь стол усеян жевательными резинками. Про манеры відвідувачів годі й казати. А под этим столом, интересно, есть? Кто-то забыл свои бокальчики. Никто их не убрал. Бо ані прибиральниці, ані офіціантки в закладі не видно. Такой же домашний кухонный стол. Паутина, жвачки, мусор. Беспробудная грязь. И всем байдуже. Анатолий, просто посмотрите, что нужно исправить и изменить. Это же в ваших интересах. Проте реакции ноль. Говорю, как об стенку гороха. Продолжим. Телевизор чистый? Грязный. Дива не сталося.
О-хо-хо, это VIP-зал. Для VIP-гостей. Неочікувано. Тут можно задохнуться. На потолке грязь, везде жир. VIP-бруд. Остатки пищи. Когда последний раз вытиралась клеенка, непонятно. Схоже, что дуже давно. Фу, бумага. А это обои. Ну, це ж VIP-зал, врешті-решт. Вы просто посмотрите, сколько грязи, пятен, потеков. О чем вообще я говорю? Это обои на столе. Какие пятна? Это нужно срочно выбросить. Срочно. Под столом. О! Ёптель-моптель. У меня ощущение, что этот стол взяли на помойке. И, схоже, интуиция Миколу не подводить. Позор вам. Час шукати, де вимити руки. А это что за дверь? Може, це туалет? Це подсобне помещення, наскільки я розумію. Дайте, пожалуйста, мені перчатку. Без головного знаряддя ні кроку. Пустые бутылки, какие-то ящики. Картофель уже с такими усами, что мой Кент Притула позавидует. Микола, та що ти таке верзеш? Тряпка, посмотрите, какой тряпки протирают полы. А, страшно? Страшно брудно. Боже, де ти цей гумор ще береш в таких умовах? Слушай, нам юмор з тобою должен помогать жить, потому что, когда насмотришься этого ужаса, можно сойти просто с ума. Так, а что за этой дверью? Невже нові жахіття? Туалет! Ты его нашел? Смотри! Идите, смотрите! Вот он этот писсуар. А, він тільки для хлопчиків. Не, ну девочки тоже могут, если сильно захотят. Як? Сейчас все смешалось. Девочки как мальчики, мальчики как девочки. Але все рівно всім незручно. Я не знаю, що дівчата би тут робили. Дівчаткам довелося би терпіти. Вон наверх посмотри на потолок. Ой, красавчик. А я хочу напомнить, если вы только что включились, что мы находимся с вами в туалете при вокзальном кафе в городе Жмеринка. И я с уверенностью могу сказать, что это самый маленький туалет в стране. Кстати, здесь можно еще поесть черешню. Черешня гниет тоже. Ам-ням-ням-ням-ням. Фу, как невкусно. А что черешня делает в туалете? Питание риторичное. Я вам покажу чистоту писсуара. Грязный, а для того, чтобы смыть, используют вот эту бутылку с водой. Система Ніпель. Что происходит? А что за звуки? Смываю, смываю. А. Коль, ходимо робити замовлення. Пойдем, только чем помыть руки, Аня? Ничем и ніде. Зараз щось придумаємо. Вопрос, куда по-большому, остался открытым. Так. Ну что, меню есть? Толя, у вас меню есть? Та, власне, и Толя уже нема. Сховався. А, вот. Водка 100 граммов 16 гривен, пиво 13 гривен, вино Кагор 15 гривен и кофе эспрессо 7 гривен. Ассортимент вражає. Аня, котлета 9 гривен, деруни за одну порцию 5 гривен. Анатолий, а что с фаршем готовите, можете сказать? Котлеты. А вот те, что на витрине как раз выставлены. Да. Просто на витрине, не накрыты, стоят деруны, пирожок, бутерброд с яичницей, котлеты. Ну, конечно, как же без десерта? Печенюшки. Закусить в кафе есть чем. Можно проверить температуру? Ви вже знаєте, якщо дивитися ревізор, що готові вироби в кулінарії можуть зберігатися при температурі максимум плюс 6. Ділаємо ставки, господа. Котлети 20 градусів. Бутерброд з яєчнею 20 градусів. Дарунчики 18 градусів. Ганьба. Після такої їжі розлад шлунку забезпечено.
Аня, смотрите, рыба, которую мне сказали не продают. Скажите, пожалуйста, у вас есть в меню тарань котя? Відверто збрехали. Анатолий. Ну что вот делать? Я понимаю, что стыдно. Нужно держать удар. Это же рыба продается. За штучку 8 гривен, 5 гривен поменьше, 6 гривен, 2 гривны, 3, 1 гривна. Вообще мелюзга. Анатолий, примите, пожалуйста, заказ. Анатолий. Чего? Можете, будь ласка, выйти продати нам рыбу? Не можу. А чому не можете? Заболел. Голова болит. Та невже. Дайте мне халат. Микола налаштований рішуче. Толя, смотрите. Мне нужно сделать заказ. Я хочу купить у вас то, чем вы торгуете. Почему я не буду продавать? Почему? Толя. Тищенко не відступає. Люди же покупают. Я, как обычный гражданин, хочу купить. Не будете продавать? Не буду. Анатолій непохитний. Почему не будете? І жодних аргументів у відповідь. Просто до вас ходять люди, хильнули, закусили і поїхали далі щасливі. Ми теж так хочемо. Вхід вже йде жіноча артилерія. Ну я ваш гость. Є ж хороше українське правило. Гостей потрібно приймати з відкритим серцем. І я ж тобі сказав неправильно. Толь. Все правильно. Ну все по суті, по чесноку. Все, давайте, дайте мені щось випити і все. А беріть на прилавки пить. Не, покажіть, що іменно. 200 грам водки, налейте мені і все. Вон на прилавки вот. Доведеться Миколі самому себе обслуговувати. Яку водку можна брати? Яку хочете. Так, эту водку тогда мне 200. Першу, що втрапила в око. Я не вижу мерный стаканчик. А, вот он. Коли слів забракло. Это мерный стаканчик. Цей стаканчик уже своє відміряв. Бруднющий. Толя, а сколько можна риби купити? Беріть рибу безплатно. Ревізор безкоштовно не бере нічого. Давайте так. Я беру рибу, я наливаю свої 200 грам, оставляю деньги і ми роз'їжджаємося. Договорились? Согласен. Здається, Анатолій сам себе в куток поставив. Считаем рыбу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на восемь, 48. Четыре тушки по шесть. 24. По пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Плюс 40. Уже 112 гривен. Ну вот, по три. Шесть по три. Плюс 18. Две, четыре. 6, 8, 9. 18. Почем нижняя? Сама лапу гривни. Плюс. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 20, 21, 22, 23, 24. 25 и 26 гривен. Плюс 26. Риба 174. Рыбку порахували. Залишилось налити горілки. Так, 200 грам. Давай рахувати, що це найдорожче за 16 гривень. Гулять так гулять. 150. Давай, бо більше не влізає. Плюс 24 горілка. 198. 2 гривні на чай. А чек? А хто тобі дасть чек, якщо ти навіть наливав собі сам, і тарань собі вибирав сам, і рахував цю рибу сам, і тепер смердітимеш всі знімання в жмеренці рибою? Команді доведеться потерпіти. Толь, смотрите, деньги я оставляю под водкой. Вроді би ревізію провел. Забираю рибу, водку. Ну а вердикт немного позже. Мы проверили кафе у вокзала в городе Жмеренко. Это наши ревизорские весы. Белый шар – достижение этого кафе.
черный и его грубые ошибки. Итак, зал. В зале разруха. Черный шар. Кухня. Вместо кухни чулан. Черный шар. Дегустация. Дегустации не было. Дегустировать здесь нечего. Черный шар. Обслуживание. Не смешите меня. С таким обслуживанием далеко не уедешь. Хотя мы и на вокзале. Черный шар. Цены. За всю тарангу с прилавка и 150 граммов водки я принудительно оставил 200 гривен. И это немало. Черный шар. Ревизор не рекомендует кафе возле вокзала в городе Жмеринка. А теперь важно. Я забрал эту рыбу, потому что в стране эпидемия ботулизма. И люди травятся именно такой тарангой. Я нашел соленую рыбу. Ее здесь так много. Ни сроков, ни дат. Я купил 150 граммов водки. Не для того, чтобы снять стресс, а чтобы продезинфицировать руки. После этой ревизии. Мне мерзко осознавать, что в таком прекрасном городе, рядом с таким красивейшим вокзалом, находится... Нет, это не кафе. Это притон. Миколі час повертатися до свого номеру. Нагадаємо, сьогодні він ночуватиме в готелі «Автотема». О, видите, все-таки кровать не убрали. Просто не поменяли, пододеяльник поменяли. Пододеяльник разошелся. Вот. Все свеженькое, новенькое. А матрас? Ой, матрас не поменяли. Тут кто-то просто написал на матрас. Плохо. Доведеться спати на задзюреному. В отеле «Автотема» был всего лишь один номер. Мы с Аней бросили жребий. И я, как настоящий мужчина, проиграл. Поэтому буду жить в этом отеле один. Ну пусть Аня отдохнет. Она же все-таки женщина. В принципе, все. Подожди, еще знаешь что? В отеле нет ресторана, и я не смогу позавтракать. Но у меня есть возможность приготовить завтрак себе, самому. Адже кухня у люксі є. Что купить? Яйца купи, кетчуп, какую-нибудь зелень на свое усмотрение. И я завтра приготовлю завтрак и себе, и Аню угощу. Хорошо? Хорошо. Все, добрый. Спасибо. Всего доброго. До завтра, спокойной ночи. Все, пока. Пока. Увидимся завтра. До завтра. Час лягати спати. Але спочатку обов'язкові гігієнічні процедури. Ох, как на свет родился. Ну что, все, иду спать. Спокойной ночи. Доброе утро, страна. В общем, спалось неплохо. Кровать большая, белье новое, чистое. Вот включил телевизор, смотрю мультики. Очень люблю смотреть мультики. А час вставати до роботи. Хоча без традиційної зарядки нікуди. Бежали.
Побігати є де. Територія у готелю «Автотема» чималенька. Кожне утро нужно начинать зарядку. Здрасте. Хороший летний день. Супер. Не бойся, не бойся, я сам боюсь. Что я могу сказать? Ну, хоть есть условия для занятий спортом. А поки Микола бігає, розкладемо продукти, які він замовив на сніданок. Дякую тобі за допомогу. А поки Аня господарює на кухні, Микола каченят пасе. А это кто? Уточки. Я когда был маленький, мама покупала маленьких утят. Так мне это радовало. Схоже, и зараз не перестало. Не бойтесь, не бойтесь. Я вас не съем. Дядя хороший. Просто в дитинство трішки впав. Класс. Кому клас, а в каченяти стрес. Как тебя зовут? Все. Все, не бойтесь, не бойтесь, все хорошо. Пошли завтра. Там же Аня зачекалась на кухне. О, ты уже здесь. Добрый ранок. Какая ты умничка. Привезла продукты, да? Запыхался. Добрый ранок. Я пойду сейчас быстренько приму душ и сделаю завтрак тебе. Я быстро. Так, ну що, все помила? Я приготовлю яичницю нам. А як ти будеш готувати яєчню, якщо плити немає? У мікроволнової печі. Будемо готувати в чайних чашках. Оригінально. Якщо жовток не розбити, то він взорвётся в мікроволновій печі. Із-за різкого нагрівання произойдет такий взрив. Ставимо мікроволнову печь. Однієї хвилини буде достатньо. Достатньо. Родзинка страви. Оригінальний соус із гірчицею. Оливкове масло. Далі кетчуп. Кухон. Трішки зелені. І помідори черрі. Отлично. Лишилося подати страву. Заканчиваем самое важное приготовление и декорируем. Вуаля! Легкий корисний сніданок готовий. Приятного аппетита. Кушать подано. Как? Модненько. Согласна? Дуже дякую. Ну что, подкрепились, настало время принимать решение по отелю «Автотема». Вердикт через секунду. Мы проверили отель «Автотема» в городе Жмеринг. Перед вами наши ревизорские весы. Белый шар – это ваши достижения, черные – грубые ошибки. Обслуживание. Сначала мы не могли найти администратора. Потом к команде вышла Елена. Обслуживание мне понравилось. Белый шар. Спасибо. Цены. Самый дорогой номер люкс стоит 400 гривен. С учетом того, что нет завтраков, дороговато. Черный шар. Номер. Комнаты просторные, но грязные. Номер просто не убран после предыдущих гостей. Я нашел пыль, волосы, мусор и даже пустую бутылку из-под игристого вина. Черный шар. Ночевка. Спалось мне комфортно.
Кровать большая и удобная. Я выспался. Белый шар. Кухня. Ресторана при гостинице нет. Поэтому завтрак я готовил сам. Но готовить его было не на чем. Плиты в номере нет. Поэтому мне пришлось сделать омлет в микроволновой печи. Черный шар. Пока ревизор не может рекомендовать отель «Автотема» в городе Жмеринка. У вас очень хорошее место расположения. Вроде бы и рядом с центром, но в то же время это такой уютный центр. Есть все возможности для того, чтобы вы развивались. Увеличивали номера. Но главное, я бы на вашем месте все-таки сделал небольшой ресторанчик при отеле. Хотя бы с минимальными услугами. Соответственно, появится больше гостей, новые клиенты и возможность для процветания и развития. Мы будем работать, будем исправляться. Мы умеем признавать свои ошибки. Я очень рада встрече с вами на самом деле. Конечно, я вам благодарна. Ну, вы понимаете, что если вы ошибки не исправите, вам не сдобровать. Посадить в тюрьму. До свидания. Спасибо большое. Очень вам благодарна. Сама. Все. Спасибо. Я почему-то в вас верю. Мы в Жмеринке. Идем в Жмеринбург. Название модное. Посмотрим, что за ним кроется. Кафе-бар «Жмеренбург» знаходиться у центрі міста на вулиці Соборна. Кажуть, це один з кращих закладів Жмеринки. Смачна кухня, затишна атмосфера, чудове обслуговування. Очень хорошее кафе, интересный интерьер, теплая атмосфера, кухня порадовала. Обслуживание на высоком уровне. Если у вас между поездами свободное время 5 часов и есть неохота, нормальное место. Всего лишь 2 часа ждать мяса, когда всем за твоим столом уже вынесли по 3 блюда? Что с этого правда, проверит команда ревизора. Сразу идем на кухню. По запаху слышу, что она в подвале. Идем на запах. Здравствуйте! Я Николай Тищенко, и это программа «Ревизор». Такий кошмар. Вот это так привитание. Да вы так не переживайте, давайте знакомиться. Как вас зовут? Наташа. Наташа, скажите, вы кто? Я повар. Отлично. От с вами и почнемо ревизию. На первый взгляд кухня маленькая. Так. Но организация удобная. Коли вы начинаете працювати? 12-й годині. Тобто ви нещодавно відкрилися? Так. А коли генеральні прибирання? Кожен понеділок. Останнє було позавчора. Що ж, перевіримо. Чистота плити. Чисто. Гарний початок. Витяжку коли протирали? Понеділок. Зверху протирали? Протираю, у нас вікно відкрите, треба протирати кожен день. Пильно і грязно. Плохо протирали. А чому вікно відкрите? Може треба кондиціонер? Ні, немає кондиціонеру. Немає кондиціонеру. Зате є вентилятор, який пилюку з вулиці роздмухує по всій кухні. Так, внутрі. Теж. І мало. Достатньо чисто. І це похвально. Притюрниці давно включалися? А там не час мене не включилися. А чому такий нальот? Ми її протираємо, це для цього треба час. Ну, вона от ручка липка, смотрите. Давно миття вимагає. Если 2 дня назад была генеральная уборка, то почему вы не вымыли притёрницу? Ну, тогда мойте сейчас. Ставьте мойку. Может, хоть с приездом ревизорской команды час знайдеться? Когда масло вы меняли? Вчера. Журнал замены масла есть? Никогда. Как не ведёте? Я сама по собі знаю, когда я меняю. По собі? Це як? Как это вы... Ну, от кожних 2 дня я... Подождите, подождите, я хочу по пульсу определить, как вы меняете масло. Детектор брехни від Тищенка. Тук, тук. Не волнуйтесь. Тук. Ну, як ви думаєте, скільки камер на мене направити, в мене буде серце? Ні-ні. Прийшов час стати телезіркою. Ви ж по собі перевіряєте масло, правильно? Так. Вот ще один метод. Нужно взяти себе за зап'ястя, закрити глаза, закривайте. Закриваю. І считать 60 ударів. Олію час міняти, коли пульс підвищений.
Понимаете? Ну, абсурдно говорить, что я по себе проверяю. Нет, должен быть журнал замены масла. Хорошо, мы... У вас его нет. А что вы готуете на фритюре? У нас тільки картошка фрі. Дайте мне анализатор масла. От зараз і дізнаємось, на якій олії тут картоплю смажать. Проверяем. Зеленая. Цифры растут. Цифры продолжают расти. Все. Цвет зеленый. С маслом все нормально. Не може не тішити. Отлично. Все, можно выключать. Но эту решетку фритюрницы тоже нужно выбрать. Справимся. Так, идемте дальше. Что за тряпочка? Куда вы ее забираете? Я в этом я не вытянула. Подождите, дайте я посмотрю. Подождите. Что за тряпочка? А что она такая грязная? Фу, и так же воняет, понюхайте. Мы его стираем, просто берутся с сковородки, все остальное. А потом брудным ганчирьем руки вытираете? Куда вы его выбросили? Да. Мусорник? С переляку одразу до смітника. Идите руки перемывайте теперь. Вы только что вымыли руки, а потом вытерли этим вонючим грязным полотенцем. Причем на моих глазах. Про санитарные правила тут что-то чули? Духовка. На горячую. Она же ржавая. Как вы будете на ней готовить? И ржа, как приправа до страв, піде? Посмотрите, все в ржавчине. Она грязная, немытая. Смотрите. Выправимся, помоем. Срочно вымыть. Бо зараз у ней готовить не можно. Сковородки. Чисті. Сковородки плохо вымыты. На них есть остатки сажи, копоти, жира. И на таких же гостям готовят. Вы понимаете, что этот старый жир попадает в новое блюдо? Нужно перемывать, срочно. А это что за сковородка? Рыбу можем пожарить. Радость вы моя. Ну посмотрите, как же рыбу, это же дорогой продукт, вы можете жарить вот на такой грязной сковородке. Бруд аж шматками відлущується. Перемывать. Это тут у вас инвентарь эмалированные кастрюльки. Что в них делаете? Мы ними практично не пользуемся, можем разогреть воду на индукционной плите. Але цю кастрюлю вже не можна використовувати. Эмалированной посудой можно пользоваться, но до тех пор, пока не появились вот такие сколы. Так. Можно, я знаю. Знаєте, але чомусь використовуєте. Картошка. Від чистки. А це як? Ну так, як в нас, допустим, картошка фрі може бути, то ми можемо почищати. Ми її багато не начищаємо, так як на кортиці. А чому ви грязне відро поставили рядом з чистими кастрюлями? Риторичне запитання. Це неправильно. Так, і ще і лук у вас тут стоїть. Странное соседство. А где вы взяли такую мисочку? Она прогорела. Саме так. У вас же дырка. Це така вентиляция? Мы его спишем. Когда вы его спишете? Сегодня же спишем. Честное слово, на сегодня просто я вам могу показать даже листочек. Переоблик по посуду. Мы, как завжди, невчасно прийшли. Если сюда класть продукты, еще не дай бог горячие, пластик выделять. Формальдегиды. Мы горячие не ставим. Канцероген. Выбросить срочно. Списать. Идемте дальше. Что это за прибор такой? Еще один фритюр? Да, но мы его сюда сейчас домашний. Не пользуемся. Побутовый. Да, да, он не... Фу. Мы его тоже помыли. Все помыли. А чему раньше не помыли? А вот тут такая вонь. И это стоит на кухне с такими запахами. Як ящик Пандори, який не варто було відкривати. Посмотрите, я тільки прикоснувся. Ну, бо воно старе. Чистою перчаткою. То воно в першу чергу брудне. Так а що це старе обладнання робить у вас на кухні? Грязно. Ми його заберемо. Дуже грязно. Що воно тут робить, непонятно. Йдемте, холодильником. Ой, магнітики. По-домашньому. Це ви із поїздок збираєте? Привозите, лошадка, кіс. Так мило. Ні, це 5 років в Шмаренбургу і кожен, в кого який там знак. 5 років ресторану вашому? Так. Уже 5 років?
И за 5 лет вы не смогли купить профессиональный холодильник? Кола, батькович, какие до мене претензии? Я ж холодильники не купляю. Да это профессиональный холодильник, я шучу. Да. Я ж не знаю. Ну я должен же проверить, вы разбираетесь оборудование или нет? Виходить, що не дуже. Так, где товарное соседство? Пожалуйста, мне расскажите. У нас холодильники дуже мало, и товарное соседство с ним дуже важко. Одразу виправдання. Здесь у вас сразу же мясо. Мясо нам привезли, нам заказ. Миска без стикера. А звідки вам привезла пані Наталя? Я не знаю, ми замовляємо, нам привозять. Хтось може дати відповідь на питання, звідки у вас м'ясо? До нас гості. Будь ласка, скажіть, а ви хто? Мене звати Вікторія. Ідіть ко мені. Ви тут хто? Я тут керуюча. Це якби наш такий сімейний бізнес. А ви ж діти кого-то, так? Да? Да, хтось чекає. Поздравляю вас. Спасибо. Кого ждете? Ви, будь ласка, не дуже так, щоб я не дуже хвилювалася. Нельзя говорити, кого ждете. Нікому не говорите. Це тайна. Я не буду казати. Але повернемось до м'ясного питання. Звідки у вас м'ясо? Ми його постійно замовляємо в одної людини. В нас в Мерінці є м'ясна лавка. Маєте документи на це м'ясо? Але він може якби дати їх, то він дає. Ну це якби вона в центрі міста, ця м'ясна лавка. Там постійно всі якби купляють, ніхто не скаже, це м'ясо нормальне, перевірене. І без документів? Є просто така штука, називається аж раптом. І документи ви маєте просити щоразу. Бо ви тим м'ясом гостей закладу годуєте. Должны быть документи. А ми продовжимо. 11.06, 10.06. Стікери є. В этом контейнері що ви храните? Курки варена курица. Смотрите, вона вже починає сохнути. Але сьогодні 14, чому дата 11 червня? Невже у вас 3 дні стоїть варена курка? Ні, ми її зварили. Це пані Наталя, а чому стікер на три дні? А це ми теж сварили. Забули? Ні, це на персонал. На який персонал? Це на персонал, каша. В чугунній кастрюлі стоїть каша для персоналу, а кришка це откуда? Що це за каша? Ну. Ну, чесне слово, це зварили на персонал. Так сирое же м'ясо здесь. І зберігати поруч готові продукти заборонено. І готова курка, і ви готова каша. Ви розумієте, що у нас холодильників дуже мало, щоб розуміти. Ні, я не розумію. Товарне сусідство. Якщо не соблюдати товарне сусідство, то відбувається смішання запахів. І продукти портяться. У вас і гості потерпають від помилок у товарному сусідстві, і ви самі, тому що каша на персонал також стоїть поруч із сирим м'ясом. Це категорично заборонено. Категорически запрещено класть копченые продукты рядом с сырым мясом. Еще накрывать вот этой тряпкой. Зачем эта марля здесь лежит? Чтобы не обветривалась. Чтобы не обветривалась, это нужно закрывать пергаментную бумагу, чтобы колбаса дышала. И тогда она не будет сохнуть и не будет появляться вот такой вот налет, который уже появляется на этой колбасе. Зовсім не апетитно. На жаль, я знаю, які в нас є недоліки. Будемо ісправлятися. Хочеться вірити. Холодильник, коли мили? Понеділок. І тому холодильник має бути чистий. Ну, він грязний. От я покажу вам, в чому проблема основна. Ну, там ржавчина. Із-за того, що відслоїлася защитна емаль, метал почав ржавіти. Нужно міняти полки или віддавати самі полки на ремонт. Да, виправлятися. Будем исследовать следующий холодильник. Поехали. О! Стоп, 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 куда? Куда? Швиденько следы заметаете. Это же сокрытие вещественных доказательств преступления. Преступление скрыть не удастся. Обратно. Где стояло? Повернемо назад і дубль 2. Стікери де? Стікери, в принципі, є, але це просто картошку. Це мали гріти їсти і щось сюди поставили. Варена картошка без стікера. А це що, сирі яйця? І справді, сирі. Сирі яйця храняться в холодильнику з продуктами. Ви знаєте, що таке сальмонелла? Знаю. Це саме страшне отравлення. Нам вчора їх привезено, потрібно сьогодні їх обробити. Але що вони роблять у холодильнику поряд з іншими продуктами? Вбирайте, срочно вбирайте. Можна я приберу, так? Яйцю стало стидно, і воно випрыгнуло із лотка і покончило життя свою горьку яйчу. О!
Лікюрчик. Це не лікюрчик, це топінг. А коли відкрили, теж маркування немає? Немає. Наприклад, томати. Лаваш. Дата 08.06.17. Можна подивитися кінцевий термін реалізації? Він тут є. 5 діб. 13-го його треба було списувати. Сьогодні 14-те. Він ще у вас в холодильнику. Вже добу зайву. Вже непридатний до вживання. Ні, ось це хороший. Так чому свіжий лаваш і протермінований лежать разом? Ну я його побачила, що надо списати. А раптом зараз банкет. Ні, і всі не його банкет не пускав. А це що? Ще один лаваш? Дата виготовлення – 26 травня. Та він вмер півмісяця тому. Розумієте, у нас все дуже чітко, все підвідкувається. Я не бачу, щоб у вас все було дуже чітко. Ми знайшли протермінований хліб в холодильнику. Ми повинні відчитати. Маркування у вас немає. Ну слухайте, ну треба ж уважніше. Так, що у вас в морозилці? Ну от посмотрите, ну як же так можна? Просто контейнери не накриті, сломані кришки. Морожене вже покрите льдом. Переморожене. І до вживання вже непридатне. Морожене храниться неправильно. Кстати, рядом з мороженим є перець, горошок. Про правильне товарне сусідство годі й мріяти. Що це, вареники? Де стікери, де дати? З чим ці вареники? З картошкою. Откуда я знаю? Ви тільки вчора їх налили. Не факт. Бо стикера ж немає. Ну вот здесь же вы стикер поставили. Почему не взять за правило? И вот на этом кульке тоже стикер есть. А на вчерашних варениках стикера нет. Вибіркове маркування. Морозилка. Так, давайте соседство быстренько посмотрим. Что в кульках? Это у нас мороженая рыба. Хранится рядом с мороженым, где повреждена крышка. Там тоже привезли мясо, мороженое, там все покрылось. Поэтому вы на рыбу поставили? Ну как, морозиво поруч с рыбой. Мы его зараз переставим. Ну уже запахи посторонние, видите? Морозиво уже выстачило. Почему не накрыть? Хорошо. Вот прямо при мне это сделайте. Ну жалко, смотри, ну классный продукт. Так, это что? Кусочек на семгу похоже, или лосось? Где маркировка? Где надпись, что это лосось? Сдогадайся сам. Ну что, морозильная камера, рыба и мороженое без маркировки. Это неправильно. А це що? Шановні кухарі, якщо ви не впевнені на 100% в страві, яку ви даєте, не видавайте. Ваша страва – це лице закладу. Це хороше требування. А я пойду посмотрю вашому ресторану в лицо. Проти дзеркала. Дзеркало прямо напротив мене, какой прикол. Приходиш вот так вот сам, грустний, в горному одиночестві сидиш, відкриваєш глаза. Ба, кого я вижу? Привіт, як дела? А я, оказывается, не один. Нас тепер двоє. Тищенко і Тищенко за дзеркалле. Я всю жизнь, вот не поверите, всю жизнь мечтал иметь брата. Брата-близнеца. І тепер моя мечта збулася. А тепер з братом-близнюком подивимось меню. І так, меню. Салати. Буржуй за 69 гривень. Гаряче блюдо. Жарений карп з оригінальною заправкою. 88 гривень. Лаваш. Я помню лаваш, який був просрочений. 13-го його треба було списувати. Сьогодні 14-те, він ще у вас в холодильнику. Вже добу зайву. Лаваш з сиром сулугуні 40 гривень. Перше блюдо. Уха по-царськи 45 гривень. О! Детське меню. Смотрите, клас. Сюди можна приходити з дітьми і вам предложать меню для дітей. Гаряче блюдо. Шашлычок 25 гривень. Тефтельки с овощами 43 гривны. Из гарниров можно выбрать кашу рисовую со сливочным маслом за 11 гривен. И даже есть каша гречневая за 12 гривен.
уже готов сделать заказ. А Оси наша официантка. Таисия, смотрите, я закажу курицу из горячих блюд. Кордон блю у нас есть. О, шикарное название. Кордон блю, курицу, пожалуйста, мне. А что это за название такое интересное? Не знаю, це наш повар придумав таку цікаву назву. Тано, насправді це дуже відома страва європейської кухні. Кордон блю – це панірований в сухарях м'ясний шніцель, начинений сиромишинкою. Куріне філе, фаршироване ветчиною, твердим сиром і... Чесничний вершковий соус. Ага. Все, візьму тоді кордон блю. Давайте заодно я і провірю ваше дитяче меню. Чом би і ні. Що швидко приготовите? Шашлычок. Давайте, шашлычок из курицы. Хорошо, сейчас буду. Гарнир. Давайте рисовую кашу. Сейчас пятый буду там. Есть какой-то компот у вас домашнего приготовления? У нас есть лимонады. Вы сами делаете какой-то особый рецепт лимонада? Особого рецепта там совсем немає. Вот такой. Жодных особливостей? Там звичайный сироп, спрайт и вода. Ну, сделай. После такого, думаете, хочется его замовить? Та нет, там ничего особого немає. Ну, таке. А сказати, це ж найкращий лимонад. Я трохи здивована, щиро кажучи. Так всіх гостей розлякати можна. Ви повинні так уміло і красиво продавати меню, щоб гость був щасливий. Давайте ваш лимонад, який ви описали, невкусно, але я готов попробувати. Добре. Скільки ждати заказ? Десь приблизно до часу. До часу? До 40 хвилин. Голодом заморити вирішили. Час – це дуже багато, дівчатки. Ні, я перепрошую. Власниця поспішає на допомогу. Кухня, якщо справляється раніше, то вона видає його раніше. Просто, щоб людина розраховувала якісь... Я розумію, що це ваша уловка, це хитрость. Но нужно не гостя заставлять ждати, а щоб кухня працювала швидше. Ми розуміємо. Якщо ребенок хоче їсти, він точно 40 хвилин ждати не буде. Чим більше час. Отрабатывайте другу технологію. Добре, ми розуміємо. Ну что ж, придется ждать. И есть час, чтобы оглянуть интерьер. Первое впечатление у меня очень приятно. Зал выполнен в таком стиле дворика, итальянского. Деревянные вот по кругу крыши, имитирующие черепицу. Высокий потолок. Очень правильно поработал дизайнер. И потолок сделал зеркальным. И зрительно это увеличивает пространство. Супер, молодцы. Колонну зашили зеркалами, и визуально ее вообще не видно. Суть сильно зазеркальна. Но есть одна особенность, что случайный гость, перебрав лаймового лимонада, может удариться и повредить не только колонну, но и немного себя. Давайте посмотрим чистоту всего, что меня окружает. Начнем с картин. Пыли нет. Так, что с стулом? Проверим. Обивка спинки уже потерта. Под антиквариат замаскували. Чистота стула. Ох, тяжеленный, массивный стул. Следов грязи и паутины нет. И под столом. Может быть жвачка, может быть пыль, паутина. Но ничего этого я не нашел. Уже добре. Как правило, плафоны, пылесборники. Зараз перевіримо. А пыли нет. За залом следят. Час мити руки. О, смотрите. Кроме детского меню, еще есть детский стул. Чистый он или нет? Чисто. Чудово. А само сидение. Есть остатки еды. А тут не догледіли. Страховочний замок работает. І поки малеча не поїсть, не втече. Ну що, йдемо мити руки. Дверь масивна, крепка, но є повреждення. Комусь сильно кортіло? Зона санузла. Есть полочка. Проверю чистоту. Чисто. Пилюку в Шмеренбурзі не розводять. Книги. Чим не читальна зала? Лев Николаевич Толстой. Рассказы.
Еще одна книга. Борис Харчук. «Творы» в 4 томах. Это, видимо, для того, кто хочет посидеть подольше. В будь-якому разі вибір є. Висит лампа керосиновая. Без керосина. Лампа чистая. Переходим к унитазу. На крышке унитаза повреждений нет, сколов нет, пыли нет. Крышка чистая. Сиденье чистое. С обратной стороны потеков нет. Внутри унитаз чистый, бачок работает отлично. Обычно в туалетах ресторанов пластиковые ерши с рынка. Здесь же даже к этой мелкой детали подошли с умом. А вот чистый ли он? Замаскувався точно. Ёршик уже уставший, смят, но следов грязи я не нашел. Так, держатель для бумаги отполирован. Но бумаги так мало. Экономлять на гостях? Ведро пластиковое, наполовину заполнено мусором. Умывальник стоит ниже экватора. Як у дитячому садочку. Для того, чтобы помыть руки, нужно нагнуться очень низко. Видимо, тут ждут детей, но забывают о взрослых. Дискриминация за віком? Кран отполирован неаккуратно. Остался налет. Раковина. Чисто. А с водой что? Горячая вода. Есть. Все необхідне є. Сушка работает. Ну что, в целом за туалетом следят. Руки я вымыл, но очень проголодался. Будем кушать. А где официант? Таисия уже с лимонадом. Отлично. А сам мой заказ? Через пару хвилин. Спасибо. А пока что скуштуем лимонад. Такой яркий, насыщенный красный цвет. А як на смак? Очень сладкий. Это минеральная вода с гренадином или каким-то сиропом. Основа для лимонада неплохая, но мне недостаточно ягод. Потому что сейчас июнь, и все эти ингредиенты можно недорого приобрести на рынке или в супермаркете. Ну, что я могу сказать? Как Таисия и предупреждала. Ничего особенного. Особого рецепта там совсем немає. Где мой заказ? Официантка пообещала за кілька хвилин. Кушать хочу. Я когда голоден, очень злой. А замовлення все не несуть. Таисия, а можно вас еще на секунду? Конечно. А можно вас попрошу, чтобы вместе с заказом вы пригласили еще и повара? Добре. Пожалуйста. Добре. И снова чекаємо. Очень долго. Буду грызть лед. Що не їстимеш від голоду? Лед не вкусный. І холодний. Здрасте. Меня Николай зовут. Анатолий. Будем дружить столами. Очень приятно. Часто ходите в это кафе? Мы просто проездом с Винницы в Луцк. Как узнали об этом заведении? Просто хотели поесть. Вам повезло, вы хоть какие-то блюда получили, а я вообще вот ни одного. Заказал и жду, и жду, и жду, и жду. Don't cry, baby. Пришли позже меня, уже едят. Ну, очень долго, очень долго. Нарешті дочекалися. Рис. Ура! Куриный. Сосночного. Ну что, ребята, меня уже принесли блюдо. Продолжаю работать. О, Наталья, шеф. Наташа, присаживайтесь ко мне. Отлично. Будем куштувати. Ну что, Наташа, презентуйте блюдо. Тут, в принципе, такого ничего особенного немає. Підварюється рис, подається з маслом з ложкою. Знову нічого особливого? Особого рецепту там зовсім немає. Я не розумію, що це за просто. Тому що це дитяче меню. Мне это блюдо напоминает в большей степени такую взрослую подачу.
Ну, никак не для дітей. Моє дитяче меню, воно ще там не відкрив. Це все в процесі. Але навіть цю страву можна дуже швидко зробити цікавішою для дитини. Якщо ребенку подобається візуальне блюдо, він його заказує і второй, і третій раз. Ми це придумаємо. Все в ваших руках, було би желання. Ну що, ріс переварен? Ну, ще ні. Вот рис на грани. Еще немного, и вы бы его переварили. Сливочный вкус, фасоли достаточно. Что с курицей, как готовили? Сіль, перець, лимонний сік. Таисия, дайте, пожалуйста, вилку. Вот я вам сейчас отрежу кусочек курицы, а вы мне скажете, какая она на вкус. Попробуйте. Чуть-чуть перепечена. Она сухая. Вот подумайте сами, а что бы сказал ребенок? Просто подавился бы. Понимаете? Разумею. Все, вы так не волнуйтесь. Вы просто запоминайте, что я вам говорю. Хорошо? Хорошо. Отлично. А где следующее блюдо? Следующее меню можно подавить, там да. Картошка и ванна. Пожалуйста. И приборы еще. Знову доводиться чекати. Хоча ми ще складне блюдо заказали. Кордон блю – класика європейської кухні. Зараз взагалі два часа будуть його готувати. Не спішать тут із швидкою подачею. Таїся, довго там? А? Чекайте. А ми чекаємо. Поторопіть, будь ласка, там на кухні. Скажіть, що у вас в залі за пара. Пусть знає, що в залі за пара. І досі голодний Тищенко. Чим би зайнятися? Що би ще подивитися? Давайте штори подивимося. Але не встиг Микола від столу відійти, як страва на підході. О, прийшло блюдо. Отлично. Повернемось до дегустації. Шедевр швейцарської, якщо я не ошибаюсь, кухні. Присаживайтесь, не стесняйтесь. Что вы знаете про название этого? Я просто знаю про утро, я поняла честно. То есть никакой истории, традиции вы не знаете? Названо это блюдо в честь ленты, голубой ленты Cordon Bleu. Это одна из лучших кулинарных школ мира даже. Смотрите, сыр, какой вы использовали сыр? Ракле? Твердый российский. Раклет, айменталь. Вот какой сыр нужно здесь использовать. Он должен вытекать. Вы делаете надрез, и он вытекает я изнутри. Я разумею, это такой сыр. Ну какой российский! В таком варианте маємо кордон блю по-жмеренски. Ну это совершенно другое блюдо. Не то, которое я ожидал увидеть. Это просто куриный рулетик с ветчиной и сыром в панировочной муке. Сыр убивает весь вкус. Настолько мощный, настолько плотный вкус у сыра, что я не чувствую ни сочность курицы, ни особого аромата от этого блюда не ощущаю. Слишком соленое. Панировку просаливаете? Чуть-чуть. Соленая ветчина, плотный соленый сыр, соленая панировка. В перемешке все эти вкусы дают разрушение. Разумею. Я ожидал кулинарный шедевр. Это была основная причина, почему я именно это блюдо заказал. Передо мной рулетики с сыром, с ветчиной, в панировочном тесте. Я разочарован. Но у меня есть еще один сюрприз. Вы знаете, что все это время в кафе «Жмеренбург» находился мой тайный покупатель? Я знаю. Я хочу проверить, обвешивают ли в вашем кафе. Хорошо. Ну что, идемте все вместе к нему.
Идем на летнюю террасу. Кафе «Жмеренбург» в городе Жмеренка. Вот мой тайный покупатель. Привет, дружище, как дела? Привет. А что ты заказал? Я заказал салат, который называется «Нептун». Можно меню? Пожалуйста. Спасибо. Так, салат «Нептун» 200 граммов. От зараз и проверимо. Оттариваем. Поехали. Общий выход 200 граммов. Девяносто семь граммов. Двести! Две! Вам помогает ветер. Даже ветер за вас. Спасибо вам, что не обвешиваете. В Жмеренбурге не обвешивают. Дим, большое спасибо. Ты не переживай, я счет оплачу. Спасибо, обращайтесь. Пожалуйста, можно мой счет и счет тайного покупателя за мой стол? Да? Спасибо. Идем в зал. Ну что, осталось расплатиться. Спасибо. Так, мой счет составил 119 гривен. Счет моего тайного покупателя 216 гривен. Будем рассчитываться. Пожалуйста. Ну что ж, Жмеренбург. Вердикт через секунду. Мы проверили кафе Жмеренбург в городе Жмеренка. Это наши ревизорские весы. Белый шар – ваше достижение, черный шар – ваши грубые ошибки. Итак, цены. За лимонад, кардон блю, шашлычок и рисовую кашу из детского меню я заплатил 119 гривен. Цены нормальные. Белый шар. Кухня. Начало было отличное. Чистая плита, чистая вытяжка. Но потом началось. Инвентарь грязный и старый. Сковородки страшно брать в руки. А в холодильниках нарушены все правила хранения. Мясо, рыба, молочка, сырые яйца. Вместе это хранить нельзя. За кухню черный шар. Зал. Зал уютный. Видно, что поработал дизайнер. И в зале, и в туалете чисто. За это вам белый шар. Обслуживание. Обслуживание вялое. Ни повар, ни официант не смогли понятно и вкусно презентовать блюдо. К тому же я очень долго ждал свой заказ. Черный шар. А теперь дегустация. Подача и вкус блюд мне не понравились. Слишком просто и незамысловато. Кордон блю пересолен, а детский шашлычок пересушен. За дегустацию черный шар. Друзья, у вас стильное кафе, яркое название и молодой коллектив. Но работу всего персонала нужно срочно подтянуть. Исправляйтесь. А пока ревизор не рекомендует кафе «Жмеренбург» в городе Жмеренка. Что важно для кафе? Хорошее меню, хороший сервис –
и классный дизайн. Вы создали меню, где претендуете на высокое звание кулинарных шедевров. У вас название блюда «Кордон блю». Я ожидал увидеть шедевр, а получил просто рулетик куриный. Дальше. Как можно так принимать гостей? Вы же на острие, на передовой. Официант вообще это самый главный человек в зале. Поработать, улыбнуться, где-то шуточку рассказать, какую-то историю интересную, контакт наладить с гостем. А владелец – самый важный, самый главный человек. Вы не просто владелец, вы ресторатор. Ресторатор. И не начинающий. Сколько вы уже работаете? 5 лет. Да за 5 лет у вас очередь должна стоять. Смотрите, как у вас красиво. Все для этого есть. Место расположения удобное. Паркинг есть. Есть внутренняя терраса. Мы будем працювати над нашим. И повара нужно подтянуть, поучить. Дякую вам. Все, вы обещаете, что подтянете? Да, звичайно. Да. Дякую вам. Желаю вам удачи и процветания. Все, от души. Дякую вам.